Сегодня Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил главный внештатный нейрохирург Министерства здравоохранения России Владимир Крылов. Он обсудил с коллегами из нашей республики развитие нейрохирургии в России, ее нынешние возможности и самые современные методы лечения. Также Владимир Викторович рассказал врачам республиканской больницы о развитии отечественной сосудистой хирургии и выразил уверенность, что это направление медицины вышло на совершенно новый уровень. И теперь россияне могут получать самую высокотехнологичную помощь в отечественных медицинских центрах, не покидая пределы нашей страны. В рамках этого визита мы, конечно, ставили акцент на дальнейшее развитие нейрохирургической службы, прежде всего современных методов диагностики и высокоточных методов хирургического вмешательства. Снова говорили о возможностях сосудистой нейрохирургии и необходимости внедрения в практику нейрохирургии оперативных вмешательств при фармакорезистентных формах эпилепсии. Такая социальная форма заболевания, которой операция является наиболее эффективной и значимой. И нам очень важно развивать эти два направления в регионе Северного Кавказа.